Приветствую вас, уважаемые друзья-рыболовы! С вами ваш Алексей Фадеев и программа «Школа донной ловли». Ну что, сегодня очередной урок, и посвящен он будет рыбалке на реке. И место, которое я выбрал, это Чебоксарское водохранилище, один из его заливов, и намерение у меня сегодня ловить такую рыбу, как карась. Тема карася очень популярна в нашей стране, речного, озерного, прудового, но огромное количество зрителей просят больше делать передач на эту интересную, примечательную тему. Поэтому давайте попробуем сегодня половить рыбу в заливе Чебоксарского водохранилища, и, возможно, нам улыбнется удача. Да все 100% получится. Смотрите, будет интересно. Ну что, фидерная рыбалка традиционно начинается с замеса прикормки. И первый мой состав будет, в принципе, это универсальный микс, имеющий такой вот цвет мокрого песка, мелкий помол. Жмыхи кукурузы здесь присутствуют, конопляный жмых, высококачественный панировочный сухарь. Вообще, это универсальная прикормка, которая может привлечь кого угодно на точку. Вот я использую 1 килограмм. Прикормка имеет мелкий-мелкий помол, никогда не насытит рыбу. Вторая прикормка будет такая, можно сказать, карповая прикормка, которая очень здорово ловит карпов на коммерческих водоемах. Но вот сила этого корма в очень классном, таком очень понятном, интересном, вкусном кукурузном аромате. Это корм, в составе которого присутствуют все производные от кукурузы. Молотая кукуруза, кукуруза, соответственно, жмых кукурузы, половинки кукурузы, четвертинки. То есть такая вот прям богатая-богатая кукурузная смесь. Просто потрясающая. Вот. Ну и добавлю чуть-чуть ароматизатора тоже с запахом кукурузы. Думаю, может быть, это поможет мне привлечь карася. Опять же, работу с ароматизаторами нужно всегда аккуратно делать, поэтому добавлю 100 мл всего желтенького цвета. Вот. Все это перемешаю шуруповертом. Получается такой цвет интересный. Ну и добавлю воду из водоема, потому что летом нужно так и делать. Добавлять ту воду, из которой вы будете планировать ловить рыбу. Вот. Воды, думаю, достаточно будет в общем количестве где-то 400 мл. Ну, я это делаю, опять же, в 2 этапа. Получается, в принципе, очень хорошая текстура. Видно зерна кукурузы. Но не цельный, а молотый. Пока корм будет настаиваться, поищу точку лова. Ну что, друзья, начинаю рыбалку. Вокруг, конечно, огромное количество рыболовов-любителей, но есть те, у которых тоже приблизительно такое же обмундирование. И получается рыбалка в таком настоящем прессинге. Прессинг – это всегда способ проверить качество твоей прикормки, твои собственные умения по части поиска точки, ну и вообще это всегда очень полезно с точки зрения воспитания в себе мастерства. Это я вам говорю к тому, что вы же смотрите сейчас в качестве образования и никогда не лишним половить в толпе. Сейчас вот по линии порядка, наверное, 15 рыболовов, и все настроены ловить много. Ну, у меня пока нет рыбы, но я надеюсь, что будет. Значит, какой подход у меня в ловле дикого речного карася, да? Корма нужно, ну, то есть нужно найти рубеж, где достаточно сделать буквально
5-7 прикормочных забросов. Да? Я стараюсь выбирать глубину не более 2,5 метров. И так, чтобы дно было, ну, максимально плотным по структуре, чтобы не было ила на дне. Также нужно всегда проверять грузиком, пробросать, чтобы не было каких-то водорослей, потому что... О! Какой-то такой микрозагиб был. Максимально точно делаете забросы. 5-7 закормочных кормушек. Прям с чистым кормом. Больше ничего туда добавлять не надо. И потом на 8-й кормушке можно подрезать 2-3 червячка, чуть-чуть опарышей и поставить. Вот. Все, сразу же работаю сразу в большие паузы. Буквально 5-7 минут, первый час. И постоянно работаю над сменой наживки. То есть здесь, конечно, ключевая комбинация, я знаю, это червь и опарыш, причем не скупятся люди по объему червяка. Ставят там 1-2 личинки опарыша белого, затыкают. Сейчас я буду как бы искать эту наживку ключевую, которая мне принесет рыбу. И обычно, если она сразу же находится, это может быть и 5 опарышей, или только 1 червь, или может быть реально огромная гроздь. И потом просто нужно следить за точностью подачи. Кто тут такой борзый? Кто тут такой сильный? Он. Иди сюда, родной. Ну что? Первая рыбешка сегодня с золотым отливом. Начало положено. Хапнул глубоко. Карасик, или кто это такой? О, куда пошел? О, желтенький. Иди сюда. Друзья, смотрите, какая красота. О, хорошенький, сопротивляется. Хорошо. Самое, друзья, главное не торопиться. Потому что карась такая рыба, что она может в любой момент не простить вот этих вот. Кто это вообще? Карась ли это? Да, хорошенький, желтенький. Опа. Торопиться нельзя. Супер. Небольшой, но приятный. Ну что, друзья, дело у нас
потихонечку налаживается, карасики ловятся, сердце радуется, душа ликует. В принципе, такой совет по поводу ловли карася на реке. Друзья, карась достаточно всеядная рыба, и в принципе она спокойно кушает и червя, и опарыша, и мотыля, и кукурузу, иногда работает и перловка, и макароны, звездочки. Но несмотря на то, что рыба всеядна, бывает, что вот она может быть консервативна в рамках одного дня и кушать тупо только что-то одно. Вот поэтому карася никогда нельзя предугадать. И вот, например, там 2 дня назад может пройти слуг, он ловится только на макароны. Вот такого-то производителя, такого размера. Люди приезжают, ставят макароны и фигу в кармане. А на самом деле ему нужна только одна личинка, например, белого или красного опарыша, да еще и заранее утопленная. Поэтому на предмет карася всегда нужно иметь хороший арсенал наживок, богатый арсенал, чтобы можно было в процессе сессии подбирать максимально работоспособную. И бывает так, что вот начинается поклевки на что-то одно и раздает, да, то есть поклевка, рыба, потом раз, пауза. Просто тупо что-то меняешь, обновляешь, ловишь еще 1-2 рыбки, опять это замолкает, потом ставишь опять первую вариацию работоспособную. Но обычно, конечно, ключевая тема – это попадание вот в эту главную наживку дня и упирание в нее. Но творчество с насадочным компонентом приветствуется. По крайней мере, я вам так советую делать. Давай, кушай, карась, мы ждем тебя. Давай, мой хороший. А что-то ты как-то боком плывешь. Не понял, что это такое. Забагренное, что ли? Да, походу забагрился. Вместе с кустями. Кушай. Ну ничего, такое тоже бывает, когда много на точке. Не забагрился. Все честно, смотрите. Все честно в рот. Просто решил поплыть бочком. Карась, конечно, клюет, как молотом бьет. Но на длинных поводочках это ощущается чуть замедленно. И на леске это ощущается чуть замедленно. Куда? На леске можно достаточно быстро вываживать, потому что амортизирует она хорошо. Отлично. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот сейчас тоже поймал рыбу на чистого червя, хотя до этого карасики были взяты на насадку с опарышем. А вот сейчас посадил 2 червячков и вот такой барсик, бубырик, так их называют. Давай, никаких кустов. Кустки. Отлично, отличная рыба. О, отличная рыба. Иди сюда, домой. Какой сильный. Но я сильней. Великолепная рыба. После некоторой паузы вернулась карасятина на точку. Супер. Опять сработали 2 червяка. Спасибо большое рыбе. Нужно еще.
Расскажу о своем оснащении. Значит, использую сегодня удилище в длине 3,66. Это классический 12-футовик. Ну, у меня дубль, то есть есть удилище с более с коротким и с длинным поводком. Но это, в принципе, сегодня получается не столь принципиально. Работает и длинный, и короткий поводок. Основная только монофильная леска в диаметре 0,25 мм. Кормушки маленькие, компактные, пластиковые, 50-граммовые такие контейнеры. Оснастка, бегущий монтаж. Поводок из флюорокарбоновой лески. Ну, на этом удилище он имеет длину 130 сантиметров. На этом бланке имеет длину 80 сантиметров. Значит, стоят разные квивертипы, 1,5–2 унции, потому что, чтобы не было никаких паразитных колебаний. Катушка крупная, бигпитовая, выматывающая 1 метр за оборот. Почему такую использую? Потому что очень много здесь растительности, и нужно рыбу быстро выводить с точки, чтобы она колебаниями не пугала собратьев. И здесь с ней достаточно форсированно бороться. Про диаметр поводка. Ловлю на поводки 0,15 мм флюорокарбоновые. Крючки 10 по европейской классификации тип размеров, но десятки не карповые, а именно десятки из тонкой стали и из тонкой проволоки, можно так сказать, с длинным цевьем. Но нам нужно еще поймать несколько рыбок, я думаю, для того, чтобы не превышать особую норму вылова и подвести какие-то итоги. В принципе, все складывается, по-моему, интересно и хорошо, и идеально. Давайте продолжаем ловить, время еще есть. Хорошая поклевка, приятная. О, загнула квивертип. Супер. Домой, домой, рыба. О. Маленькие пластиковые кормушки хороши тем, что они практически мгновенно взлетают от дна, уводя от дна и рыбу с точки фактически. Ой, какой мордастенький, желтенький. Ой, красавец. Опа. Что само по себе очень важно, чтобы рыбка не пугалась. Что я сегодня вот заметил, что опять же может быть полезно для думающих рыбаков, кто учится, что сегодня работает не тяжелый крючок. Я специально попробовал поставить сегодня крючок потяжелее, то есть тоже 10 номера, покрупнее наживку. Такой, знаете, как маленький карповый крючок 8-10 номера из толстой стали с ушком. О! И вот на такие крючки поклевок практически нет. Вот я, собственно, и являюсь свидетелем того, что творится у людей
рядом со мной, и у них ничего особенного не происходит. То есть они подольше сидят от поклевки к поклевке, и очень много сходов. То есть карась, получается, любит насадку полегче. То есть он как будто ртом взвешивает. Берет червяка и ощущает, что внутри червяка как будто что-то есть. Ой, опять карась у нас зашел за водоросли, как в самом начале. Ничего, мы его оттуда выковырили. Как будто он взвешивает наживку и после этого берет только ту, в которой он не чувствует массы. Крючочек у меня просто миниатюрный, поэтому не гнушайтесь использовать маленькие крючки, но опять же разумного размера, чтобы все-таки они засекали рыбу. Вот так. Давай, 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 давай! Класс! Ну что, я думаю, этим карасем пора финишировать. А то уже даже неприлично. Люди вокруг говорят, что у меня водолаз там сидит. В рыбалке я всем советую следующее. Забирать нужно столько, сколько вы можете съесть за раз, если вы рыболов и рыбоед. Для того, чтобы нашим прекрасным деткам что-то оставалось. Иди сюда, мой хорошенький, любимый. Так что старайтесь следовать этому принципу, и у вас жизнь обязательно гарантированно будет преследовать удача, и не только в рыбалке, ну и вообще и в семье, и в каких-то своих прекрасных рабочих делах, коими вы занимаетесь. Мера. Я всю рыбу отпущу, но сначала вам я ее, ребята, покажу. Все, спасибо, карась. Сейчас достану тебя с твоими друзьями-братьями. Ну что, друзья, показываю вам свой улов. Карасик убежал. Я думаю, что он очень даже достойный. Доказательства никакие не нужны. Рыба мерная, речная, сильная. И самое главное, она показывает, что все, что я сказал, реально работает. Поэтому не лишайте себя удовольствия ловить речных карасиков, речных подлещиков. Просто выбирайте правильные снасти, оснастки, прикормки, ну и в целом имейте правильный настрой. А рыбу мы сейчас обязательно отпустим на радость и себе, и, конечно же, самим чешуйчатым. Ну что, мои драгоценные, уважаемые, я постоянно вам говорю о чувстве меры, что главное не просто получать удовольствие от рыбалки, но еще уметь найти в себе искренние силы подарить рыбе жизнь и отпустить ее назад. Ведь современный мир, он больше потребляет, а мы должны получать и отдавать. Так что мы рыбку покормили, подержали ее в руках, сфотографировали, а теперь отправляем домой. В школе донной ловли Алексея Фадеева рыбка отпускается. Увидимся на рыбалке, друзья! До новых встреч! До новых встреч на рыбалке! Караси, караси, не в берег! Домой, 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 в другую сторону! Супер все!